О том, как географический диктант прошел в Усть-Майском районе, расскажут наши корреспонденты. В целях выявления уровня знаний по географической грамотности среди обучающихся общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов и жителей в Усть-Майском улусе прошла вторая ежегодная образовательная акция «Всероссийский географический диктант». Данный диктант проводится уже второй раз в нашей стране. Он проводился в прошлом году, 1 ноября. Тогда это был как бы опытный, принимали участие, значит, ребята-старшеклассники в нашей школе, ну и я, соответственно, с ними писал диктант. В этот раз задания касаются нашей страны, так же, как и в прошлом году. Немного другие вопросы, их стало на 5 больше, добавилось 5 вопросов угадаек, так называемых, когда надо найти просто правильный ответ. Все остальные вопросы – это вопросы с открытым ответом. В этом году в Усть-Майском районе работали 12 опорных площадок на базе школ и 2 дополнительные площадки в здании местной администрации и в здании районной библиотеки. Ну, правильнее называть это не просто диктантом, а всероссийской образовательной акцией. Всероссийский географический диктант проводится в целях проверки знаний по географии, также для расширения своего кругозора. В этом году охват по району, по предварительным данным, увеличился, так как к данному событию подключились главы администрации поселения и в целом администрация района. Отрадно, что население приняло активное участие, и с каждым годом желающих становится все больше. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский улус.